О построенных в Беларуси новых предприятиях, о созданных рабочих местах, а также об открытости и многовекторности нашей экономики – сюжет моего коллеги Дмитрия Семченко. Индустриальный пейзаж свободной экономической зоны Могилев можно оценить только с высоты птичьего полета. Трудно поверить, что 6 лет назад на окраине областного центра было чистое поле. Прежде чем пригласить сюда инвесторов, государство создало инженерно-транспортную инфраструктуру. И она окупилась с лихвой. На каждый потраченный государством рубль инвесторы вложили 20. Такая площадка, да еще инвестиционные преференции сразу же приглянулись литовским бизнесменам. В частности, группе компаний, входящих в концерн SBA. В Могилеве появилось предприятие «Мебилайн». 300 рабочих мест, 100% продукции на экспорт. Это мебель под известным брендом IKEA. Комплектующие для нее древесно-стружечные плиты делают буквально за забором на соседнем заводе VMG Industry. Нормальные условия, все подготовленные коммуникации были, улицы были, все, вода была, электричество было, все подготовлено. И мы при открытии уже, у нас вокруг нашего предприятия уже трава росла. Конечно, льготы они есть, они действует, можно тут взять и сырье, и людей. Люди есть образованные, люди есть смышленые. В европейских странах все уже куда-то уезжают, бегут. Так, а тут ситуация стабильная, ситуация нормальная, люди приходят на работу. Вслед за партнерами IKEA на этом участке СЭС выросли предприятия австрийского концерна Кроноспан. Это уникальное для Беларуси производство построили всего за несколько лет. Работу здесь нашли 200 могилевчан. Многие за счет нанимателя прошли обучение в Польше. Средняя зарплата 1500 рублей. Увесистый соцпакет включает помощь в аренде жилья и даже бассейн с тренажерным залом. Продукцию молодого коллектива, средний возраст 30 лет, буквально сметают и на внутреннем, и на внешнем рынках. ОСП – ориентированная стружечная плита. В ней три слоя стружки и щепы, которые укладывают в разных направлениях, прессуют, склеивают смолами и добавляют воск. В итоге получается прочнейший материал, который не боится ни влаги, ни насекомых. Из него можно делать все, что угодно – от мебели до строительства жилых домов. Продукт инновационный, он стремительно набирает популярность. В Беларуси это единственный завод по производству ОСП-плит. 90% продукции уходит на экспорт. Остальное, вытеснив импортную продукцию, закрывает потребности внутреннего рынка. Первое производство на территории Беларуси австрийские инвесторы открыли в Сморгоне. Там делают плиты МДФ и ламинат. В Могилеве Кроноспан размахнулся сразу на 3 завода. Производство специальных смол для деревообработки, предприятие по выпуску металлоконструкций и, собственно, завод ориентированно-стружечных плит. В перспективе это будет самая большая ОСП-линия в мире с экспортом в десятки стран. Почему одна из крупнейших деревообрабатывающих корпораций планеты со 120-летней историей решила вложить в Беларусь более $1 миллиарда? Этот вопрос мы адресовали непосредственно владельцу Кроноспана. Узнав, что предприятие в Могилеве посетит лично президент, Питер Кайндл прервал командировку, отложил несколько деловых встреч и провел 10 часов в самолете, чтобы лично встретить Александра Лукашенко. Ведь Беларусь в бизнес-плане Кроноспана идет под номером 1. Почти идеальное географическое положение. На логистике мы выигрываем большие деньги. К тому же доступность сырья для деревообработки – это основа. А еще образованные люди, технический и интеллектуальный уровень белорусов очень высокий. Но самое главное – экономическая и политическая стабильность в стране. Здесь мы уверены в завтрашнем дне. Насчет дня – это, разумеется, образно. На встрече с президентом речь шла о долгосрочном плане сотрудничества на десятилетия вперед. У Кроноспана в свободной экономической зоне Могилев – самый крупный участок земли. Но освоили пока не все. Совершив облет на вертолете, Александр Лукашенко замечает – некоторые участки фактически превратились в свалку. Несолидно для европейских бизнесменов. Земля должна приносить прибыль. Инвестор готов освоить всю территорию, а также взять дополнительные площади, чтобы привлечь в Беларусь известных производителей мебели. Но чтобы обеспечить промзону сырьем на перспективу, просит предоставить лесные угодья в аренду. Вырубающие они, болото вырубят зимой, не так, как сейчас. Вы его вырубили, лесовосстановление провели, дороги вам нужны будут. Мы вам следующий даем участок, 1000 гектар, 1500. Если вы зарекомендуете себя порядочными людьми, вот вы будете относиться к лесу, как я отношусь, считайте, что мы с вами договорились, и в течение 4-5 лет вы будете родные люди, как все, и мы вам будем выделять
еще в большей степени в аренду эти земли. Бережное отношение к древесине диктует сама экономика. Президенту демонстрируют весь цикл переработки. Никаких отходов, сплошная автоматика. За 2 года выйдут на 1 000 000 кубометров. Это мировой рекорд производительности. Каждое рабочее место, которое инвестор создает здесь, дает работу еще нескольким специалистам на других предприятиях. От лесозаготовки и транспортировки до строительной отрасли. Австрийцы готовы сделать и крупные заказы белорусской техники. Техника, которая будет работать в лесу и на перевозке, и вагоны, и автомобили, и лесозаготовка, должна быть белорусской. Мы все это производим. Согласились. Мы будем стараться, чтобы эта техника работала эффективно и качественно. Это МАЗ, это Амкадор, и это завод здесь, в Могилеве, по производству вагонов. Помимо крупных заказов, белорусские предприятия могут получить и передовые технологии. Например, сегодня немцы с такой же площади могут собрать вдвое больше древесины. Отдачу от инноваций можно оценить по итогам работы Могилевской СЭС в 2016 году. 39 предприятий-резидентов составили треть от общего объема промышленного производства области и почти половину экспорта всего региона. Это при том, что на Могилевщине работает более 200 промышленных предприятий. А ведь от экономики зависит и безопасность в стране. Об этом президент говорил не раз. Три кита основы экономической стабильности также известны. Рабочие места, приемлемые цены и достойная зарплата. Все необходимые указания чиновники и руководители предприятий получили. Я уже озвучил нерыночное свое требование. Ни в коем случае нельзя сокращать и увольнять людей без согласования с местными органами власти. Нельзя в трудное время выбрасывать людей на улицу. Нельзя. Это неправильно. Пусть это не рыночно, но пока мы будем действовать подобным образом. У нас стабильное общество. У нас тихая, спокойная страна. У нас власть, ну, себя хвалить же нельзя. И власть, которую я формирую, где-то она ошибается, где-то допускает ошибки. В семье не без урода тоже. И я могу ошибаться, я тоже человек. Но согласитесь, если честно подойти, без обиды там, человек не обижен, искренне сказать, но все-таки власть не худшая. Вот почему пришли они со своими инвестициями сюда? Кроме того, что вы грамотные, хорошие и прочее. Потому что у нас есть сырье. И недорогое. Айтишники идут, потому что образование и мозги у людей есть. То есть, если есть вот эта база, сырьевая и рабочие ресурсы, инвестор пойдет. А по налогам мы договоримся персонально с каждым, кто хочет прийти сюда работать. Но главное – это безопасность. Безопасность и тишина. Вот в Украину сегодня никто не идет. Деньги любят тишину. Так говорят финансисты. Инвестиционный климат крупные зарубежные бизнесмены смогли основательно оценить и в Лидском районе, куда президент направился в пятницу. На сегодняшний день здесь работают уже 73 предприятия с иностранным капиталом. Инвесторы из Польши, Финляндии, США, владелец предприятия Арви Белагра Видмантас Кучинскас – один из богатейших людей Литвы. Кто, как не он, может оценить перспективы рынка? Беларусь – крупнейший производитель продуктов питания в регионе. Но что касается индюшатины, ее даже в рационе белорусов маловато. Например, в Западной Европе потребляют 4 килограмма индейки в год, в Литве 2, а в Беларуси лишь 200 граммов. Завод под Лидой готов накормить этим богатым белком и железом мясом не только белорусов, но и жителей всего СНГ. А при масштабном производстве и цена обещает быть значительно доступнее. Будет около 100 разных изделий. Это отдельно грудки копченые, вареные, шашлыки. В общем, сосиски, детские питания, специальные сосиски для детей. Так что очень будет большой ассортимент. Планы в Беларуси у компании Arvi масштабные. Речь о новых заводах и фермах. Намерены не только выращивать птицу, но и производить комбинированные корма. Есть планы на собственный инкубатор, пока птенцов завозят из Западной Европы. Линии максимально автоматизированы, но без человека никак. Умные машины и ловкость рук позволяют разделывать птицу практически без отходов, а продукт делать вкусным и полезным. Обращаю внимание всех в стране, что мы разворачиваем посевную кампанию на всей территории Беларуси для того, чтобы получить корма, потому что индейка тогда только появится, когда будут корма. Ну и желательно, чтобы у нас хватало своих кормов, чтобы вашим
собственникам, хозяевам не пришлось возить подальше, потому что это большие затраты. Но это, в конце концов, зарплата ваша. Пока здесь работают 150 человек, еще 35 возьмут штат до конца года. Трудоустройство сейчас одна из самых актуальных задач для чиновников. Ну и сами потенциальные работники не должны сидеть сложа руки. Введем атомную станцию, введем нефтепереработку, введем новый этот завод по производству азотных удобрений с этими переделами какими-то там и так далее. Это будет памятник при жизни нам. А плановое, то, что вам положено там 7 или 5 тысяч создать за год, да. Это вы должны создать на новых или на старых предприятиях новые рабочие места. И мы, обучая, переучивая и этих временщиков, будем уже сажать на постоянные места работы. То есть должен быть этот конвейер. Человек не должен мыкаться в одиночку, искать эту работу. Хотя, конечно, это его дело, человека, искать работу. Но сложившаяся ситуация, когда мы тоже не дорабатывали в плане занятости людей, она настораживает. Из этого надо делать выводы. Поэтому я и сказал, что к 1 мая в основном надо людей задействовать. Эффективность труда повышают и инновации. Новые образцы техники для сельского хозяйства разработали и изготовили по поручению Александра Лукашенко. Высокая эффективность – главное преимущество почвообрабатывающих и посевных агрегатов. Эта машина фактически идеально вносит удобрения. Ее разработчики среди соискателей государственной премии в области науки и техники. Сейчас на полях остается немало белых пятен. Из-за такого неравномерного распределения удобрений страна недополучает минимум четверть урожая. Если внедрить такие образцы по всей стране, то к годовому урожаю в 9 миллионов тонн зерновых можно будет смело прибавлять еще 2, а то и 3 миллиона. А значит, у белорусов будет и работа, и зарплата, и хлеб с индейкой. Дмитрий Семченко, Елена Кукшинская, Владимир Недобоев, Денис Ткаченко, УНТ.